Добрый день. Любят у меня тут все что-нибудь просить, с ним не то, с ними это давай, того давай сего. Так вот, один из таких этих, давай эксперимент. Вот сегодня будет эксперимент. К сожалению, сам эксперимент, я не знаю, как получится. Скорее всего, не получится снять. Ну, сниму подготовку и расскажу, что получилось, не получилось. В чем суть? Есть палатка трехместная, есть электрочайник. Вот в силу ряда обстоятельств я не могу построить баню нормальную, чтобы там вот баня хорошая. Вот поэтому я все думаю о какой-то таком варианте переносном. Ну или не переносном, а скажем так, сборно-разборном. Переносной это, ну, мне его как бы сильно носить не надо. Вот, ну типа сделать какой-нибудь там куб из труб 2 на 2. Там обтянуть его чем-то, или там что-то купить, или какую-нибудь, может, побольше палатку, даже не трехместную, там вот, ну или даже палатки поглядеть, как оно. Вот. Так как вариант переносной, то туда нужна либо маленькая печечка, но так как я не собираюсь его сильно носить куда-то на природу, то у меня есть идея там поставить просто парогенератор самодельный, который будет. Чем удобнее, чем печка. Возьми мало, воткнул в розетку, все пошел. Процесс. Она быстрее паром будет нагревать, тем более, что все равно нужен пар, чтобы париться. Вот. Что еще? Ну, много там. Все. Вот. Хочу сейчас просто посмотреть, сколько пара дает чайник. Вот он на киловатт. Чем он хорош, он не отключается от современных. Вот, есть у меня там какие-то, ну, нагреватели разные, то есть, ну, можно подумать будет потом, если вот, скажем, вот поглядеть с киловатта, есть, ну, скажем, да, нормально, но надо раза в два больше, в общем, два поставить. У меня, по-моему, даже два таких чайника, надо поискать второй. Вот, или там, ну, другие нагревательные элементы есть, вот, ну, там, допустим, 3 киловатта надо, или как, а нет, нифига нет, значит, надо киловатта 4, 4 киловатта, это уже надо там проводка, чтобы это не канает. Вот, такая вот ситуация. Ну, в силу того, что это будет связано с паром, с жарой на улице, и так плюс 30, сейчас уже, ну, не сказать, сколько не могу, что на солнце термометр нагревается, там 35 он показывает, но это на солнце, солнцем нагрет. Вот, то есть уже нам надо, как мы знаем, в бане градусов 60 нормальный. Вот, говорят, там какие-то 120, там еще что-то говорят, ну это, по-моему, либо привирают термометр, потому что тот же, по-моему, Перельман в книжке писал, что там 100 с чем-то человек выдерживает, но в сухом воздухе. Вот, поэтому вроде как где-то градусов 60 достаточно для парилки, с, ну, соответственно, с влажностью, с паром. Вот, то есть 30 у нас есть с лишним на солнышке, оно сейчас нагреется, ну, уже. Ну, то есть, как бы для эксперимента уже хорошо. Ну и все, сейчас будем ставить палатку.
Ну вот, закончился эксперимент. Давайте расскажу, что получилось, что не получилось, какие вообще результаты. 60 градусов я не получил. Где-то, ну, над чайником, понятно, если вот, держать голову, там где-то будет и больше 60. Вот, вверху где-то было порядка 40 градусов, внизу где-то порядка 34-36. У выхода, разумеется, чуть-чуть и меньше, там поддувало. Итого, значит, если, что если все щели закрыть, там сверху, снизу, там плотно, чтобы застегнуть, закрыть вот где для поддувания, ну, для вентиляции, все вот это, то, ну, вот градусов 40 можно получить с чайника. Вот. Далее, в чем чайник-то нормально, ну, вот я потрогал провода, вот где розетки, вилки, киловатт, и вот полчаса оно тянуло, начали греться потихонечку. То есть не критично, не как-то, но это уже значит, надо ставить хорошие вилки, хорошие розетки, хорошие переноски. Должна быть хорошая это, чтобы долго держать под нагрузкой. Чтобы попариться, ну то есть хорошо прогреться, это надо часа два держать. Вот, значит, возник у меня интересный вопрос. Есть вот которые бани переносные, там печка. Вот у меня термометр до 200 градусов. Следил при его помощи, что и как. Вот, получается, что нам надо. А, вот печка. У нее есть определенный диаметр, она нагревается. Соответственно, вода в ней 100 градусов, больше вода в ней быть не может. При, скажем так, вот том же вот диаметре испаряющейся поверхности, будет ли усиление, то есть, ну, по идее, оно должно повышаться, испарение, вот, ну, при той же площади, или оно будет просто сильнее булькать. Ну, то есть, будет ли оно давать больше пара? Вот, ну и какая зависимость? Скажем, если я в чайник не 100, не одна там будет спираль, а 2 киловатта, то площадь испарения-то та же, но будет ли, то, наверное, должно быть интенсивней, но насколько? Вот, попариться, ну то есть голова там, да, вспотел, тело, ну вот ноги вообще не потели, потому что они внизу и как-то вот, ну да, если бы там без штанов сидел, наверное, ну, то есть штаны еще предохраняют. Вот, то есть такая какая-то тема. Ну, вот, конечно, все щели очень сильно выдувает. Соответственно, когда мы покупаем, если вот какую-то походную баню, то в чем там проблема? Там надо зайти и не выходить из нее. Ну, и, соответственно, все мы вместе. То есть она, получается, какая проблема? Именно вот вход-выход, сразу падает температура, потом надо сидеть ждать, пока нагреется. Вот, а опять же, люди разные, кто-то дольше посидеть любит, кто-то поменьше, кто-то там пожарче, кому-то это. То есть получается, это вот в одного сидеть, когда я один зашел, нагрелся до нужного, вышел, оно упало, температура, снова я зашел, снова оно нагревается. Вот, как-то вот так. А если ты только как бы начал пропариваться, тут кто-то выходить, кто сказал, ай, мне уже достаточно, выскакивает, соответственно, упала температура, у тебя тело опять. То есть, ну, не знаю, по-моему, это вот, ну, конечно, желательно попробовать, но по ощущениям это вот, да, там в какой-то там, ну, не в безвыходной, а какой-нибудь там ситуации похода, когда надо помыться, там как-то вот пропотел, там грязь, поры, из пор вышла, там протерся, там влажной салфеткой, в принципе, ты чистый. То есть как-то вот такое вот, как гигиеническая вещь, да, как, скажем, для удовольствия, видимо, уже нет, как такое вот вещь, как ее сказать, ну, лечебная, ну, в какой-то очень малой степени, то есть вот если хорошая проводка, то,
Ну, киловатта 3, наверное, бы, да, тянули палатку. Но, опять же, это палатка трехместная. Вот. И там, извиняюсь, ну, там не хватает дуг, поэтому она как-то так не натянулась. И, вот. В двухместный объем меньше, соответственно, ну, наверное, интереснее будет. Вот есть у меня двухместная, может, надо попробовать. Тем более там можно, ну, у меня две их разных. В однослойной можно верхнюю эту часть все-таки накрыть тряпкой, сеточку, вот, посидеть. Соответственно, ну, тут объем-то небольшой. Если палатка, ну, чтобы вот стоять или там веником помахать. А что за баня без веника? Ну, электрическая получается, значит, не вариант, потому что нужна какая-то проводка и там киловатт 10, чтобы вот так нагревало, ну, чтобы довольно быстро нагревало, чтобы там вот, киловатт, ну, 5, может, минимум. Соответственно, нужна проводка, чтобы она держала все это. Вот, ну, ну вот оно все быстро, потому что нет термической вот этой массы, которая бы поддерживала. Там вот в парилке ты шух-шух, выскочил, заскочил, но там уже прогреты сами доски, прогреты там камни. Сразу, ну, если там что-то, там типа упала температура, сразу плескнул на камешки и пошел парообразование. Ну вот считайте, там, смотрите, какая площадь там, что камни, вот это парообразование, а здесь площадь вот такая. И вот мне вот вопрос интересен, что, ну, насколько оно будет при увеличении, что при сохранении площади. Или, может быть, есть смысл, скажем, тот же киловатт, но площадь больше, если будет. Ну, то есть, скажем, иметь вот такую боль, ну, типа сковороды. То есть не такая, а вот такая. Допустим, в два раза больше. Поэтому она там не в два. Если мы увеличим диаметр в два раза, то там площадь увеличится больше. Что там у нас? Пиар квадрат. Вот. Площадь. И, соответственно, будет больше площадь испарения. Ну, мне так кажется, площадь пара вот этого будет больше выдавать. Вот, и опять же, если делать электрическую, то я бы сделал, ну, то есть желательно сделать какую-то, ну, для одного сделать какой-то такой, какой вариант, типа стульчика какого-то, табуреточки с решеткой, и под него, чтобы, допустим, сел, и оно вот как-то пар со сторон обходил. И тогда оно было бы вот какая-то такая конструкция нужна, если делать электрическую. Что еще? Ну вот, конечно, уже, ну, проводка надо хорошая. Еще. Вот. Ну, мысль у меня из круглой печечка, буржуйка, там сверху она вот эта крышка. Если эту крышку снять, там сделать емкость для воды. Вот. Либо, ну, либо емкость для камней. И тогда получается. Ну, либо наоборот, только ничего не делать, а просто там какую-то сделать. Сварить, ну, решетку для камней, наложить камней, чтобы они нагревались. Но там получается, ее, чтобы прогреть, вот эти камни нагреть довольно долго. Ну, то есть, если такие вещи стационарные относительно, ну, не совсем, ну, уже не такие, чтобы там сложил сумку или там две сумки отвез в другое место. Вот.
Ну вот, наверное, собственно, все. Если что-то еще придумаю, может, там напишу в комментариях. Если у вас какие-то вопросы, задавайте, потому что и так получилось. Что там получилось? Ну, получилось много, потому что вот. Что я могу вам рассказать? Ну, сказать, что он неудачный эксперимент, да, нельзя. Ну, то есть что-то он показал, да, то есть и в двухместной палатке чайник на киловатт, можно прогреться. Если сверху закрыть щели, плотно там застегнуть, может быть, кинуть сверху что-то еще, чтобы щелей не выходило, чтобы, допустим, снизу подложить, потому что, то есть, он же не только будет уходить за счет щелей выдувания, а и теплообмен. Вот, если сверху, то можно посидеть одному, прогреться где-то вот так вот на полчаса, 40 минут. Включаем. Начало кипеть где-то минут через 10. Ну, надо было накрыть крышку, то есть, чтобы, ну, потому что она смысла нет, оно, что он нагревал, вот этот первый, там, какие-то отдельные там уходили. Оно все равно, как бы, ну, пользы нет, пока он не начало, не вышел, как бы, на заданную мощность. Ну, то есть, пока он не начал пар именно уже кипеть и парить. Все равно этот, как бы, процесс не идет, поэтому надо было накрыть крышкой, соответственно, он бы быстрее намного закипел, и мы быстрее начали бы принимать. Ну, то есть, вот летом, скажем, на даче, если есть электричество, вон, поставили палатку, поставили чайник, в принципе, если нет там бани, да, вот за 40, ну, минут 40 посидеть, вот если все закрыть, да, ну, немножко вот голова там хорошо пропотела, вот руки, плечи. Вот, и опять же, если снизу подстелить там какие-то коврики туристические, там, чтобы теплее было, может быть, и сверху купить этот утеплитель, тюк, кинуть как-то его сверху, чтобы он там, ну, тепло не уходило, то вполне можно прогреться от 1 киловатта. Вот, есть, надо поискать второй чайник, поглядеть, может быть, двумя чайниками поработать. Ну, то есть, не знаю, буду я этим заниматься, нет. Вот, опять же, у меня есть идеи там в ванне где-то сделать, над ванной. Ну, или там очень для душевой кабинки, в принципе, вот для душевой кабинки получится, вполне, мне кажется. Сели, если там сделать какую-то такую теплоизоляцию, не чайник, ну, чтобы, ну, не обжечься в корпус, то вполне чик поставили. То есть можно сделать, ну, если в ванну, то я бы сделал какую-нибудь такую типа полочки, которая не сваливается в ней, допустим, в центре подвешена емкость. Там, допустим, я бы из бидончика старого сделал. Чик, туда вырезать тен. Опять же, можно как раз там взять помощнее на киловатт, скажем, лучше два врезать вначале, чтобы быстрее оно вышло. Чук, 2 киловатта включили. Можно даже с отдельными проводами, с отдельными розетками, чтобы там чик, в две розетки воткнули, чук, чтобы меньше грелось. Чик. Там одну стало, ну, много, вышли как бы на заданную одну, вот такая вот вполне. Для там как раз в ванне не будет выдувать, если она у нас там, ну, как вот, как я показывал, поделка в ванне, только немножко там, ну, я эту тему рассказывал много, вот, не буду повторяться, то вполне можно, надо думать, из бидончика, если, скажем, их взять два бидончика разных, один в один поставить, и, может быть, ну, чтобы как бы она была этим теплоизоляцией такая. Такие мысли предварительные. Благодарю за внимание. Всего доброго, удачи!